Новая политическая сила появилась в Великобритании. Событие это весьма экстраординарное. В этой стране политические взгляды передаются чуть ли не по наследству, а последние полвека здесь правят консерваторы и лейбористы. Все детали у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Возрождение. Так назвали новую партию Великобритании. По мнению основателей этой политсилы, Brexit уже сильно навредил стране. Вот они и собираются спасать положение. Собственно, цель у этой партии одна – остановить выход из Евросоюза. Времени на воплощение этой идеи очень мало. Развод должен состояться уже через год. Поэтому Возрождение решили воспользоваться успешным опытом зарубежных коллег. Они консультируются с французской партией «Вперед, Республика». В 2016-м на тот момент кандидат в президенты Эммануэль Макрон создал ее всего за год до выборов. Но результатов достиг ошеломляющих. Большинство в парламенте и должность главы государства. В Возрождении надеются повторить успех французских коллег. Пришло время для новой партии. Страна идет по неправильному пути и отчаянно нуждается в новом лидерстве и новых идеях. Миллионы в этой стране чувствуют себя политически бездомными и брошенными. Сторонники и противники Брексита, старые и молодые, северяне и южане. Многие разочарованы ложными обещаниями по выходу из ЕС. Как свидетельствует история, в Великобритании новым партиям приходится нелегко. Главные политические силы были созданы еще в 18 веке. И очень часто их членами являются целые династии. Последние полвека у руля страны по очереди находятся лишь две партии – консервативная и лейбористская. Для примера, в Украине больше 350 партий, а в Великобритании всего 10. Одна из самых молодых – партия независимости UKIP. Ее создали в 1993 году. Как и у новой политсилы Возрождения, у нее была одна задача, правда, противоположная – вывести страну из ЕС. И пока этот вопрос оставался актуальным, партия была довольно успешной. А как только цели добилась, оказалась на грани распада. Так что, исходя из прошлого опыта, особых надежд на новую силу в стране пока не возлагают. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».